4 таких чашечки. Ну да. В общем, ребята уже намешали, получается. И по сути, то, что здесь продают как порцию на одного человека, это, грубо говоря, кастрюля супа на 3-4 дня. Я думаю, мы просто неправильно поняли, что это порция на одного человека. Я думаю, что это порция на компанию. А у нас 3 таких. Выглядит аппетитно.